поняла, что хочу идти дальше, хочу расти дальше, и перешла в журнал SNC на должность тоже фоторедактора и продюсера, и это на тот момент был журнал Ксении Собчак. И мое знакомство с Ксенией Анатольевной было очень забавным. Первый мой рабочий день Ксения Собчак просто меня обматерила с ног до головы, и я стояла и обтекала в этой галерее времена года просто очень жестко. Это тот экспириенс, который невозможно забыть, мне кажется.